Будущих чемпионов в Айхале будут готовить в лучших условиях. Перед ежегодным набором детей в секции спорткомплекс поселка отремонтировали, а для ребят закупили новое оборудование. Оксана Мезенцева подробнее. Обновленный хоккейный корт готов к баталиям юных спортсменов. На лед ребята смогут выйти уже через 2-3 месяца. Ремонт здесь еще продолжается, но перемены видно уже сейчас. Установлены новые борта, современные, которые соответствуют всем стандартам. Также обновлен полностью фасад здания. Точно так же могу сказать, то есть он такой современный. Он красиво бирюзового цвета. Буквы ночью, как и должны гореть, будут гореть, светиться. Бассейн и тренажерный зал пользовались спросом все лето. Однако мелкий ремонт провести успели. В женской раздевалке поставили современные кабинки и кресла. Обновили интерьер. Покрасили раздевалки, тренажерный зал. Нас ждет прекрасная новость. К нам поступят 15 тренажеров. После реорганизации строительно-монтажного треста культурно-спортивному комплексу был передан современный тренажерный зал. Теперь тяжелоатлеты будут устанавливать рекорды в новом здании. Набор в спортивные секции Айхальского отделения культурно-спортивного комплекса объявлен уже сегодня. И кто знает, возможно, будущие воспитанники – чемпионы Олимпийских игр. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».